Часто приходится паять мелкие детали. Нужно аккуратно и точно собрать или разобрать миниатюрный механизм. Вот с такими увеличительными стеклами это сделать намного проще. У нас здесь 4 высококачественных модели. 3 от Carson и 1 Vixen. Давайте разберемся, чем они отличаются друг от друга. Это Carson Magnivisor. Он обеспечивает 2- или 3-кратное увеличение. Отмечу очень удобную систему его выбора. Основная линза дает как раз 2-кратное увеличение. Для получения 3-кратного нужно всего лишь опустить дополнительный элемент. Если ваше хобби – сборка масштабных моделей, радиоэлектроника или рукоделие, эта лупа станет хорошим выбором. Magnivisor отлично сидит на голове за счет малого веса, даже при многочасовой работе не доставит дискомфорт. Следующая модель – Carson Lumivisor. Это уже более профессиональное увеличительное стекло. Основное отличие – подсветка и максимальное 6-кратное увеличение. Фонарик достаточно яркий, работает от 3 батареек 3А. Регулируется и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости. Теперь переходим к линзам. Основная дает 2-кратное увеличение. Вот это 1-кратное, это 3-кратное. Но самое замечательное в том, что простым подбором линз можно получить любое увеличение от 2 до 6 крат. Качество стекол вопросов не вызывает. Они обеспечивают четкую картинку без каких-либо искажений. Несмотря на большой набор возможностей, Lumivisor весит достаточно мало, а головье легко регулируется. На ступеньку выше стоит Carson Optical Pro. Ее главная особенность – автономный свет. Она может использоваться как обычная подсветка и как самостоятельный фонарик. При необходимости LED-лампу можно закрепить на любой металлической поверхности за счет встроенных в нее магнитов. Линзы хранятся в специальном футляре. Их здесь 4. 1,5-кратное увеличение, 2, 2,5 и 3-кратное. Оголовье регулируется так же, как и у предыдущей лупы. Vixen Head Magnifier. Первое, на что обращаешь внимание – очень компактные размеры. Легкий удобно сидит на голове, регулируется каждый ее элемент. Он запросто настраивается под любую форму и размер головы. Второй немаловажный плюс модели – японская сборка. Правда, и цена за качество выше, чем у названных ранее устройств. Лупа здесь с широким углом зрения. В комплекте поставляется 3 линзы с увеличением в 1,5, 2,5 и 3,5 раза. Качество линз очень высокое. Здесь нет никаких искажений, резкость отличная. Vixen Head Magnifier – это отличный инструмент для проведения работ в области радиоэлектроники, часового, ювелирного дела. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях.